Время – идеальный убийца. От него никому не уйти. Важно только одно. Ход времени нарушился. Возник разлом, ведущий к концу времени. Мы пытались добыть прибор-противовес. И заварилась каша. Нас поджидал Пол Сарин. С сверхспособностями. Джек. Как у меня. Ничего не вышло. Джек. Конечно. Мы попрыгали во времени. Джек. Не поспеваете за мной? Ладно. С чего начнем? Спрашивайте. Начнем сначала. С вашего прибытия в Риверпортский университет. Я приехал к своему лучшему другу Полу Сарину. Он хотел мне показать, над чем работал. И еще это касалось моего брата Уилла. Пол сказал, это изменит мир. И не соврал. Ой! Эй, ты! Смотри, куда прешь, козлина! Отвали! Уйди с дороги! Овца. Риверпортский университет. Эй, спасибо, что подвез. Не за что. Вас не было 6 лет. С Полом мы поддерживали связь, а с Уиллом не особо. Многое изменилось. Как вы себя при этом чувствовали? Просто рад был встретиться с Полом. Пол, я доехал до кампуса. Ты где? Же я рад тебя слышать. В общем, иди во внутренний дворик и направо. Увидишь такое забавное здание. Там свет горит. Это физфак. Я тебя там встречу. Приходи скорее. Ты так и не сказал, о чем пойдет речь. Почему было не подождать? Зачем в 4 утра? Пол любил эффектные сцены. Ну, Эми, давай, заканчивай! Убеждать уже некого! Пол всегда был жаден до успеха. Энтузиаст. Без него не обходился ни один список лучших молодых профессионалов. А теперь он руководил гигантским проектом в университете. Очень для него важным. Такой долгий путь, чтобы взглянуть на научный проект? Из письма Пола я понял, что у него тяжело на душе. Ему нужен был друг. Я хотел хоть чем-то помочь. Сукин сын. Джек Джойс! Собственной персоной. Достопочтенный Пол Сарин. Как жизнь, толстосум? Заткнись и иди сюда. С возвращением. 6 лет. Я уж думал, ты никогда не вернешься. Да, я тоже. Идем. Сюда. Нам надо в лабораторию наверх. Долетел нормально? Не то слово, спасибо. Помнишь, как мы по юте катались? А какой был фургон? Я так понял, у Уилла не будет. Он не знает, что мы здесь. Я знал, что Пол по этому проекту советовался с моим братом Уиллом. У меня не было родных, кроме Уилла, но он был сложным человеком. Ты чего-то не договариваешь. Это насчет моего брата? Все еще переживаешь за него? Если Уилл что-то натворил, то... Джек, старина, пойми, я не просто так держал это в тайне. Наш проект — это прорыв, он изменит мир. Предвижу очередное многословное выступление. Ну что ты? Ой, что это? Неужели презентация моего проекта? Как это кстати? И кто же ее сюда положил? Подумать только. Ладно. Шутки в сторону. Джек, лаборатория здесь. Идем. Давай, сразу к демонстрации перейдем.
Ты совсем не изменился. Добро пожаловать на проект «Променад». Ого! Финансирование у вас что надо? Что это вообще такое? Это будущее, Джек. Перед тобой величайшее открытие нашего времени. Впечатляет, конечно, но наука – это же по части Уилла. Я-то здесь зачем? Я не просто так это среди ночи затеял. Мне нужен надежный человек. Ты мне должен помочь убедить Уилла. Да, я подозревал. Когда твой брат осознал масштаб нашего проекта, он... Ну, ты знаешь Уилла. Да уж. Погоди, возьму кое-что со стола. Он поднял шум, напугал инвесторов, кричал про ошибки в расчетах, про опасность. И все без доказательств. Она работает, но нужна демонстрация, или нам перекроют финансирование. Я смотрю, понятие личного пространства тебе все еще не знакомо. Но кто-то же должен за тобой присматривать. Джек, ты знаешь, мне нелегко просить о помощи, но у меня нет выбора. Понимаешь, мои испытания, они не вполне законны. А ты единственный, кому я могу доверять. Не знаю, что натворил Уилл, но я хочу это исправить. Брата я любил, но он был ни разу не подарок. Там уже, по сути, все готово. Только кнопку нажать, но я хотел, чтобы это был именно ты. Джек, спасибо. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Так, и что же это? Это схема коридора. При перемещении по часовой стрелке происходит движение во времени вперед. Против часовой – назад. А, погоди, так ты изобрел часы? И намного опередил время. Нажми вон на тот рычаг с надписью «Хрононапровод». Он активирует ядро. Я проведу диагностику и проверю, все ли стабильно работает. Запускается хрононапровод. Ты уверен, что так должно быть? Все показатели... Что это было? Ядро действует словно мельчайшая вращающаяся черная дыра. Так что при активации возможна небольшая турбулентность. А, черная дыра? А мы вообще что тут испытываем? Скоро узнаешь. Сюда. Нужно поднять коридор. Все как в старые времена, да? Немного незаконно и безбашенно. Мы с Полом немало натворили в прошлом. Но сейчас все было по-другому. Однако я не осознавал, насколько серьезными и масштабными могут быть последствия. Да и откуда мне знать? Но я знал Пола. Он делал вид, что ему все нипочем, но я видел, что он нервничает. Работает! Джек, она работает! Ты глазам не поверишь. Вот, возьми. Это ключ для активации коридора.
Нам нужно повернуть ключи одновременно. Мера предосторожности. Готов? Мы словно ядерную бомбу запускаем. Мы же не ядерную бомбу запускаем, вот верно? Сейчас и узнаем. 3, 2, 1. Черт, Пол! Что? Коридор. Путник входит с одной стороны, проходит сквозь петлю, выходит с другой. И переносится в заданное время, оказываясь там, где в тот момент физически расположена машина. Путник? Стоп. Это проход для... Ты хочешь зайти в эту штуку? В машину. Сквозь время. Это, мать ее, машина времени. Я буду первым, Джек. А ты моим свидетелем. Пол, ты спятил, что ли? А вдруг что случится? Что происходит? Мы уже испытывали машину. Она работает. Она готова. Все проверки прошли успешно. Сейчас мы будем творить историю, Джек. Все, что от тебя требуется, повернуть тот переключатель. На 2 минуты в прошлое. Запомни этот момент. Пол, что? Как? Все в порядке. Все нормально, успокойся, Джек. Успокойся, да ты... Тебя двое, ты, мать твою, раздвоился. Именно это и должно было произойти. Это он это я. Будущий я, вернувшийся из... Из 2 минут тому вперед. Твой злой двойник из будущего. Получилось. Охренеть можно, ты только... Представь, что это даст. Мы сможем предупреждать людей о грядущих катастрофах. О будущих катастрофах, пресекать на корню эпидемии. Я только что это говорил. Но и со стороны звучит хорошо. Господи боже. Теперь заходи в машину. Нужно завершить цикл. Ага. Да. Конечно. Подожди, Пол. Ты что делаешь? Это все большая петля, Джек. Я должен войти в машину и отправиться в прошлое в тот момент, когда я вышел из нее, чтобы... оказаться здесь. А если не войдешь? Нет никаких «если». Я здесь. Это случилось. Ты же видел, Джек. Получилось? Это невозможно. Это буквально невозможно. То есть я даже не могу. Не время останавливаться. Нужно испытать другое направление. Поставь ее на 5 минут в будущее. Помоги отключить. Надо отключить ее сейчас же. Нет, останови его. Замолчи. Он повредит ядро. Погоди, нельзя выключать, там Пол внутри. Уилл. Замолчи. Посмотри сюда. Опусти пушку и поговорим. Ладно? У нас нет времени. У тебя мысли спутались. Опусти пушку. Господи боже, Уилл. Время скоро закончится. Джек, поверь мне. Иначе что? Останови его! Нет, я должен тебя выпустить. О, черт! О, нет! Нет! О, нет! Нет! Ты в порядке? Похоже на то. Я смогу выбраться. Займись Уиллом. Да. Ладно.
Да. У меня в ушах звучали слова Уилла. Время на исходе. Какого черта? Бред какой-то. Уилл! Уилл! Давай, Уилл! Нулевое состояние. Что же мы натворили? Она меня предупреждала. Я знал, что она права. Знал все это время. Я предупреждал Пола. Этого можно было избежать. Опоздали. Джек, клюв заклинило. Я не могу выбраться. Ну давай. Заклинило. Так не должно было быть, все показатели. Зависание закончилось. Джек! Другого пути нет. Я пройду через машину. О, стой, нет! Джек! Сюда! Джек! Джек! Пойдем! Тут есть люк, вылезем через него! Мне не хотелось бросать Пола, но помочь ему я не мог. Я не знал, где он окажется. Сюда, скорее! Он здесь! Огонь! Какого черта? Скорее, сюда! Твои руки. Идем, пошли. Нет! Сейчас. Что сейчас? Вперед. Нам сюда. Двигай. Вот так первый раз сработали мои способности. Неуправляемая вспышка, которая спасла Уилла. Джек, видимо, близость к источнику импульса повлияла на твое взаимодействие с хронополем. А что со мной сейчас было? Что вообще происходит? Да я ж тебе об этом и говорю. Ну так говори яснее. Из-за взрыва все поломалось. Если время представить как яйцо, тогда это яйцо разбилось нахрен. Временное яйцо кокнулось. Что? При чем тут вообще яйцо? Во времени образовался разлом. Он все расширяется. Впереди конец времени и дверь. Чего? Дверь заперта. Мой пропуск аннулировали. Не помогло. Отойди. Я открою. Штаб, проверяем все. Уилл, прием. Прячься, еще идут. Гляди в оба. Они могли пойти сюда. Они идут. Сюда. Я предупреждал Пола обо всем, о расчетах. Я пытался заставить тебя меня выслушать. Сунув пушку мне под нос? Да, пушку. Это общепринятый жест означает «заткнись и слушай». Как всегда, безупречная логика. Ты... Нет, а что? Не знаю. Тут чисто. А он точно не пошел обратно в лабораторию? Он мог вернуться и подняться на... Чушь какая-то. Да, идет налетчик. Как ты вообще тут оказался? Ну ты нашел, о чем волноваться. На подходе подмога, чтобы его выкурить. Меня позвал Пол разгребать за тобой дерьмо. За мной? Да ты хрень...
Сейчас. Ни хрена не видно. Придется ползти туда. Блин! Команда налетчик. Вижу цель. Вышел из служебного лифта. Ты ее слышал. Вперед! Ты вообще не в курсе, Джек. Тебя тут не было. За 6 лет произошло очень многое. Это гораздо важнее нас обоих. Хрена себе не личное. Нас убить хотят, Уилл. Слушай, я меньше всего хотел впутывать в это дело тебя. Я... прости. Ага. Сюда. Разлом во времени будет усиливаться. Нужно устранить его, пока не поздно. Как? Во-первых, добраться до моей машины. Ты с дверями лучше меня ладишь. Уилл, пригнись! А, черт! Ты вооружена! Огонь! Нас прижали! Да, я заметил! Господи боже, Джек, ты... Уилл, не высовывайся. Бросай пушку, Джойс. Тогда, блин, перестаньте в нас палить. Твою мать. Уилл, ты живой? Думаю, да. Но, Джек, это же... Да, это ни в какие ворота. Мне случалось и пострелять, и побегать, разное бывало. Но против целой банды выходить – это впервые. Пол был уверен, что эксперимент удастся. Что все вычисления верны. Еще бы, понабрал себе кретинов в помощники. В их формулах не хватало этих переменных. Нашел время исправления делать. Если бы их сделали вовремя, мы бы тут не оказались. Пошли отсюда. Фигово. Совсем фигово. Так, погоди. Он опускается. Прячься! Сколько можно? Бруно, примите его! Осторожно! На них форма Monarch Solutions! Monarch? Какого дьявола они нас стреляют? Надо сбоку! Я о чем знаю! Эй! В кои-то веки виноват не я! Время снова взбрыкнуло. Неудивительно. Надо идти. Группа налетчик, вы задержали Джека и Уильяма Джойсов? Ты слышал? Они знают, кто мы. Они знали, что мы будем здесь. Должна быть, им нужна машина. До твоей машины нам не добраться. Они будут нас там ждать. Придется, Джек. Это важно. Чтобы исправить разлом, нам нужно добраться до моей машины. Так, еще раз и медленно. Время поломалось. Это я понял. Но мы можем его починить? Теоретически, да. Я на этот случай кое-что приготовил еще давно. Вот только бы найти противовес. Противовес? Что за... Так... Что такое? Может, двери еще открыты? Дай-ка проверю. Эй! Уилл? О, черт, опять застыл. Мне почему-то удалось разморозить Уилла. Что? Хотя время вокруг стояло. Зависание. Она была права. Насчет разлома. Насчет всего.
где твоя машина? Нам сюда. Ты посмотри, она в шоке. Что ты делаешь? Я ее освобожу. Не хочет. Почему с тобой получилось, а с другими нет? Без понятия. Может, дело в хроновоздействии? Посмотри на них. Вторжение, да и только. Что они делают? Зачем? Они забирают всех. Всех, кто видел, что они вытворяют. Попадем на стоянку через лекционный зал. Ты сказал, что готовился к этому. Ты знал, что так и будет. Откуда? Бэт Уайлдер. Все сложно, объясню в машине. За дверь. Зависание закончилось. Пока что. Нет, нет, нет! Моя машина! Они патрулируют стоянку! Господи, это же просто... Ладно. Ладно, Уилл. Успокойся, ладно? Не знаю, прорвусь как-нибудь. Возьму машину и подгоню ее. Уверен, что справишься? Нет. Ты уверен, что можешь исправить время? Нет. Тогда мы квиты. Вот, держи ключи. Эй, Джек, будь осторожен. Да, хорошо, я буду. Какого черта? Мои способности усиливались. Я начал ощущать какие-то отголоски будущего. И у меня приказ от директора. Они хотят, чтобы мы нашли машину, принадлежащую Уильяму Джойсу. Какой у него номер? Сейчас скажу. Небось, бортом какой-нибудь или атом. Мог бы сейчас на пляже в Патонге валяться. Семь стоянок, и угораздило уже тебя выбрать именно эту. Так, где же твоя тачка, Уилл? Я увидел эпизод из прошлого. Как Уилл приехал в университет. Только бы не опоздал. Я прошлое, что ли, вижу? О, черт! До меня дошло. Я мог остановить время в одной точке. Отвалите! Вы не понимаете! Уилл! Черт! Они же идут оттуда, где я Уилла оставил. Надо бежать к нему. Быстро! Клянусь, если бы его пальцем тронули! Кем ты себя возомнил? В атаку! Лапко! Берегись! Я могу им управлять! Получается! Да сколько же вас, говнюков? Меняем планы. Хрен с ней, с машиной. Ну!
ты, Джек Джойс? Где мой брат? Его повели в библиотеку. Ты их еще догонишь. С чего такая забота? Ты разве не за них? Здесь все сложнее. Слушай, ты бы шевелился, если уже не опоздал. Тогда вы впервые увидели Бет Уайлдер. Да. А она меня к тому времени уже знала. Уилл. Уилл! Сказано было Уильяма Джойса брать живым, если получится. Отпустите меня, очень прошу! Я вам... Я вам не хлебала! Заткнись уже, а! Шеф велел тащить его в библиотеку. Хочет разобраться лично. Черт! Что тебе? Черт! Лови, гад! Разбойник! Какого черта? Переми! Это точно, Джойс? Эй! Вольное подтверждение! Всех не перестреляешь! Сам напросился. Что за фигня там творится? Охотим! Давай! Какого черта? Надо попасть в библиотеку. Его повели туда. Что? Вы еще не знали, что Уайлдер вам помогает. И не только она. По всему универу свет вырубил. Идем в библиотеку. Зачем вы меня сюда ведете? Книжки, блин, просроченные. Сдать надо. Штаб, Уильям Джойс доставлен в библиотеку. Ждем приказов. Прием. Уилл, его увели в библиотеку. Мне надо туда и в темпе. Должен быть другой вход. Это еще откуда? А ведь так можно подняться. Эй! А ну-ка, руки вверх!
Чего это тут творится? Штаб, Уильям Джойс доставлен в библиотеку. Ждем приказов. Прием. Интересно, где... Это было! Ждите там дальнейших указаний. Библиотека будет подорвана через 5 минут. Библиотека готова к подрыву? Сейчас? Ты мне будешь объяснять весь этот бардак? Надо торопиться. Где моя машина? У нее цвет уродский. Возьмем другую. А? Нет, Джек, в ней... Потом обсудим. Я оставил чемоданчик в машине. Ой, в жопу твой чемоданчик, я тебе новый куплю. Там то, без чего я не смогу остановить разлом. А раньше мне об этом сказать было никак? Прости меня, похитители отвлекли. Ничего, я еще могу тебя тут оставить. Как ты вас до сих пор жить? Это ты мне тоже объяснишь. Есть теории насчет того, как можно временем управлять? Нет. Нет, тогда сочиняй. Чего они стреляют? Нас же хотели взять живыми. Наверное, передумали. Сначала ищем мой чемоданчик, а потом Бет Уайлдер. Зачем? Кто она? Она знает про разлом, и я ей верю. Ну хоть кому-то ты веришь. Джек, я молчал для твоей же безопасности. Безопасности? Оглянись, мы прямо как на курорте, по твоей милости. Я не виноват. Бет предупреждала, что так выйдет. Я пытался принять меры. А мне хоть бы слово сказал. Ну а как было? И давно ты в курсе? Джек, давай потом поговорим. Сейчас надо найти чемоданчик. Или будем ждать, пока еще набегут? Джек! Джек, нам пора. Погоди. Прости, Джек. Пол, что с тобой?
что ты делаешь? Что следует сделать? Подумай об этом, ты не знаешь, что на кону. Прекрасно знаю, именно поэтому я здесь. Я даю тебе возможность передумать. Эту цепочку событий уже не изменить. Прошлое, будущее. Я это вижу. Я это прожил. 17 лет. 17 лет. Это был ты, первый эксперимент. Либо мы будем работать вместе, либо ты умрешь со своей надеждой. Слушай, я сделал устройство, я остановлю разлом. Не остановишь. Чушь какая-то. Хуже ведь не будет. Будет. И поэтому нельзя, чтобы ты мне мешал, Уилл. Все можно решить иначе. Нельзя такого допускать. Я не сдамся. Мне понадобились годы, чтобы укрепиться в решении. Но у нас их нет. Стой, стой, погоди. Взрывайте. Я этого не хотел. Нет! Ты не пройдешь. Меня зовут Пол Сайрин. 17 лет назад я основал Monarch Solutions с одной четкой целью. Кое-кто из вас будет сомневаться в верности моих поступков. Эта запись – мое последнее оправдание, объяснение того, как все произошло. Я посвятил задаче всего себя. Никогда не отклонялся от цели, невзирая на жертвы. Потому что видел исход. Я видел, как все кончится. Есть проблема. Нет вести о Джеке Джойсе. Его уже должны были привести. Возможно, среди нас предатель. Иди на процедуры. Я найду причастных. Найди Джека. Отправь лучших людей. Это главное. И еще. Как ты понимаешь, вмешательство Джека привело к осложнениям. Свидетелей из университета привезли сюда. Займись ими. На данном этапе заминки недопустимы. Я вижу два варианта. Можно устранить свидетелей, но в этом случае... Возникнут вопросы. Люди могут ополчиться против монарха. Мистер Сайрин? Или я могу развернуть широкую пиар-компанию, привлечь горожан на нашу сторону, но в этом случае останутся... Незаметенные следы. Именно. Решать тебе, но помни... Твое решение люди расценят как стратегию действий всей компании. Когда сможете подготовить ядро к перевозке? Где-то через час оно будет на пути в главный офис. Установку закончат еще до начала приема. Хорошо. Джек никогда не поймет, почему я так поступил. Уильям не заслуживал такой смерти. Но он слишком много знал и был слишком опасен для нашего плана. Тогда я впервые за много лет посетил эпицентр. Место, где я оказался, когда вернулся на 17 лет назад. Место, где 6 лет назад решилась моя судьба.
Сэр. Кто это? Эми Феррера. Одна из свидетелей. Ждем ваших указаний. С усилением хроносиндрома росли и мои способности. Я мог выбрать один из двух возможных вариантов развития событий. Обязан был выбрать. Время застывало до тех пор, пока я не приму решение. Запустить пиар-компанию. Сделай заявление. Виноват в которых? Джек Джойс. Монарх запустит пиар-компанию и убедит людей встать на нашу сторону. Мы получим власть ценой лжи. Поиски продолжаются. Власти ищут Джека Джойса. Эй! Там внизу кто-то крадется! Эй! Это, кажется, Джек Джойс! Публично разоблачим Джека и устроим на него охоту. Все файлы, что я украла с КПП Монарха, загружены на компьютер. Но останутся свидетели. Джек все равно узнает все наши тайны. Все угрозы нашему плану должны быть устранены. Стойте! Монарх займет жесткую позицию. Устранить все препятствия и свидетелей. Прольется кровь. Но мне не впервые было принимать тяжелые решения ради высшего блага. Я тут порылся и собрал, что мог о твоем брательнике. Черти что! А я еще доверял монарху. Но жители Риверпорта ополчатся против нас. Убийца! Мы сохраним свои тайны, но люди нас возненавидят. И у Джека появятся новые союзники. Монарх не имеет права вас останавливать. Так всем на мосту и передайте. Все угрозы нашему плану должны быть устранены. Стойте! Действуем жестко. Любые угрозы нашему плану должны быть устранены. Отведите ее и остальных в эпицентр. И да, не затягивайте. Нет, постойте. Умоляю! Пожалуйста, нет! Умоляю! Помогите! Джек! Выхода нет. Я пойду через машину. Пол, подожди, нет! Джек! Сюда! Джек! Мои способности поведут нас. Помогут решить, как подготовиться к неизбежному концу времени. И у некоторых будет шанс выжить. Я видел конец времени. Время вышло. Что вам нужно? Имена, свидетели всех, кто могут указать на монарх. Видишь тех двоих джентльменов? Так вот. Я могу сейчас встать и уйти. А тот, что справа, выстрелит тебе в голову. Пошел ты. Хм.
Стой! Да что с тобой? Лем, на два слова. Боюсь, ты зря старался. Пропал сигнал из фургона с Джейком Джойсом. Как это пропал? Как это уже не важно. Просто найди его. Уинкот тебе поможет. Класс. В чем дело? Что? Ты сам не свой. Университет. Так мы не делаем. Это небрежность. А до сих пор у тебя все шло гладко? Иди домой, Лиам. Жди звонка. Жена, поди, соскучилась. Официальное разрешение монарху использовать свою частную охрану. Так, ратуша подключена отдельно от всего Риверпорта, потому что государственным подрядчикам нужен резервный канал. Значит, есть слабые места. Значит, надо... Какие? А? Какие? Какие что? Слабые места. Отвянь, Бреннер. Значит, нужно войти под чьим-то уже зареганным логином, просочиться в дырки фаервола и при условии, что порты по-прежнему открыты, использовать номера протокола. И вперед. Просто. Ну же. Давай. И... Мы вошли. А? Уличные камеры, видеорегистраторы. Я даже могу взломать комп полиции и объявить в розыск твою маму. Это что за хрень? Что это? Кофе. Сам вижу, что не пиво. Схренали прямо на стол, Бреннер. Ты вот это видишь? М? Знаешь, что это? Подставка. Подставка, да. В Айдахо таких нет? Ой-ой. Да пофиг. Подложи ее. Так. Ну, Бреннер, что дальше? Не знаю. Само собой. И это печально. Короче, теперь мы пишем мэру Рекли, что монарх предлагает ему собственный штат охраны. И тот ясен пень соглашается, потому что мы к этому времени уже связали его по рукам и ногам. Вот так, Бреннер, мы отдаем весь Риверпорт в руки монарху. Охрененно. Черт. Мистер Хэтч, вы вовремя, я как раз... Уинкот, что у нас по Джойсу? Джойс, да, я подрубился камерам, ищу, где он. Работай. А когда найдешь, доложи лично Бёрку. По-моему, среди нас предатель. Предатель? Алло? О, блин. Вас понял, мистер Хэтч. Спасибо. Это был Мартин Хэтч? Свали из моего кабинета. Говорю, свали нахрен. Где ж ты, сука, спрятался? Какого? Ну, покажи же, Джойс.
Эми? На работе столько всего навалилось. Прости. Я просто... Мне снилось, что ты кот. Кот? А лапы совсем как у медведя. Большие-пребольшие. Чудная зверюга. Но я знала, что это ты. Мне скоро обратно на работу. Ты самый отъявленный трудоголик из всех региональных менеджеров. Я знаю. Милый, тебя 2 дня не было дома. Тяжко с твоей мамой. Что? Это серьезно? Это со мной тяжко, с ней да? Просто невозможно. Что такое? Стой. Что? Ребенка да задавишь. Ладно, 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 ладно. Победил. Закрой глаза. Бери уже. Да. Бёрк, есть ли ты Джойса? Что там? Засёк его фургон на складе на пересечении Бургунди и Уилкинса. Он на территории эпицентра. Отправляю координаты. Надо идти. Угу. Комментарий от полиции или службы безопасности Монарха. На какое-то время все затихло, но мне сообщают, что ситуация накалена, то есть может в любой момент выйти из-под контроля. Полиция Риверпорта просит жителей покинуть территорию и по возможности вообще избежать... ситуацию, но он отказался делать какие-либо заявления. Причина преждевременного сноса библиотеки пока что неизвестна, и некоторые даже полагают, что это было сделано умышленно для сокрытия преступления. Десятки человек собрались перед штаб-квартирой Монарха, они требуют ответы. Мы соболезнуем семьям Эми Ферреро и всех пропавших. Мы будем следить за развитием событий. Пол, мы кое-что нашли. Джека. Ты уже все видел? Он будет на острове. Чтобы отомстить. Прямо сегодня. Ему нужно помешать. Немедленно. Я считаю, у нас есть более серьезные проблемы.
Это твоя пятая колонна? Ты недооцениваешь ситуацию. Джойсу повезло, он сбежал. И все. Не такой он дурак, чтобы возвращаться. Мы уязвимы изнутри и только. Пойми это, Пол. Это я и без тебя знаю. У тебя в голове туман. Тебе пора на процедуры. Ты, Мартин, лицо монарха. Уже много лет. Но давай кое-что проясним. Я все еще капитан. Главное, с кораблем вместе не утони. Найди его. Мы начинаем прямой эфир с пресс-конференции, где мэр Риверфорда Рекли намерен прокомментировать события минувшей ночи, связанные с инцидентом в университете Риверфорда. Полиция Риверфорда сейчас расследует преждевременный снос университетской библиотеки. Monarch Solutions предложили посильную помощь в расследовании. Я прошу жителей Риверфорда оказывать им всяческое содействие в поисках виновных. Два сэндвича с беконом и яйцом. Благодарю. Я прошу жителей Риверфорда оказывать им всяческое содействие в поисках виновных. Захожу сегодня к себе в лабораторию. А уравнение уже решили? А? Только что поступили сведения, что служба безопасности компании Monarch будет вместе с полицией следить, чтобы жители Риверфорда не пострадали от этих тревожных событий. Как дела, айтишник? Сама ты айтишница. Эй, сюда без пропуска нельзя. Вот мой пропуск. Вход разрешен. Тебе, небось, всю ночь не спать, так что... Яйцо не в смятку, надеюсь? Да вроде нет. Не парься, они новые. О. Фиона Миллер. Уволена. Тебя нет. Ну что, какие новости? Что у нас происходит? Новости? Да, новости. Абсолютно все в порядке. Все в порядке? Все в порядке. Вчера ночью в университете стреляли. Все под контролем. Ладно. Как думаешь, вечеринку сегодня отменят? Издеваешься? Ни за что. Хедж знает, что делает. Тебя там ждать? На вечеринке? Меня? На вечеринке? А, я не знаю. Если хочешь, пойдем вместе. Идет. Да, я пойду. Заметанный чувак. Что, наденешь? Ну, не знаю, не знаю. Может, вообще голышом? Милая, мне нравится. Ладно, я пошла. Что? До вечера? Ага. До вечера? Да. Да. Чувак. Чувак. Лиам, ты все неправильно понял. Черт, Бет. Я так надеялся, что это не ты. Просто выслушай меня. Отойди от машины. Отойди! Быстро! Брось пушку! Я не могу. 3 секунды, и я стреляю. Я быстрее тебя. Зато стрелок хреновый. Нет. Нет! Твою мать! Ушел! Видишь, что происходит? Зависание. Все чаще и чаще. Бет, в чем дело? Что происходит? Время рвется. Конец близок, а на Джойса вся надежда. Постой, постой. Конец. Конец чего?
Бет, времени, конец чего? Времени. Привычной жизни, всей вселенной конец. И мне кажется, в монархе все знали заранее. И готовились. У них есть план. Называется «Протокол Ковчег». Он может нас спасти, хотя бы некоторых. Руки за голову, на колени. Браун. Уэлдер, повторять не буду. Джойс уложил половину моих людей. Может, ему помогал кто? Мы безоружны, я отвечал... Да мне насрать! Я работаю на монарх! На колени! Лем, если они меня заберут, мне конец. И тебе. Ну? Делай, что он говорит. Не дай им нас забрать. Иначе ковчега не будет. Подумай об Эмили. Расслабься. Лем! Заткнись! Этот протокол, ковчег. Что это? Не знаю. Всем заведовал доктор Ким. Доктор Ким? Нужно попасть в его лабораторию. Невозможно. Ее закрыли, когда он пропал. А кто-нибудь может тебя провести? Да ладно, мужики. 39 готовы. Еще 40. И... еще одна. Спасибо, Фиона. Какая гадость. Твою мать, Лемберг. Попался ты, дружок. Хэтч будет в восторге. Черт, его сраный золотой мальчик. Вот срань. Не уйдешь. Сотрудникам монарха. Фургонщики с едой будут ждать вас снаружи в 14:30. Чарли! Нужна помощь. Да. Можем поговорить наедине? А может, не надо? Давай у тебя в кабинете. Всего на минутку. Ладно. Так что там с Джойсом? Да, ничего там не было. Ничего там не было? Типа, его там просто не было? Или что? Нет, Хэтч, он дал мне другое задание. Проверьте лабораторию периметра. Ну, на острове. Он думает, Джойс там. Прислал меня за пропуском. Поможешь? Да, сейчас. Дай я посмотрю. Спасибо. Кстати, забавно, вот ты говоришь, наводка на Джойса оказалась липовая. Не знаю. Мне вот сдается, что он там был. А второй чувак чем-то тебя напоминает. Но это, конечно, не ты. Ты же у нас работаешь на монарх, а тот чувак точно... точно не работает на монарх. Можно укрепнить. Эй, эй, не надо меня убивать! Побереги время! Я только что поднял тревогу. У тебя секунд 20. Блефуешь. Не, ну останься и проверь, кто ж против. Знаешь, что я с тобой сделаю? Знаю, что монарх с тобой сделает. Еще 15, 14, 13, 12, 11, 10. Удачи, старик. 9, 8. Нужно срочно задержать Лиама Бёрка. Он вооружен и опасен. Слушайте, он на этаже Б, рядом с главным переходом. Напоминаем всем сотрудникам Monarch Solutions. Сделайте прививки от гриппа. Это бесплатно. Обращайтесь в отдел кадров. Господи!
Дармоеды! Он не бессмертный, не сраный супергерой. Бреннер, я разбираюсь. Ага, знаю, знаю. Он в здании, ага. Южная парковка. Повторяю, южная парковка. Четвертый этаж. Поравняйся с ним.